привет! Меня зовут Кравченко Кристина. Сегодня мы в гостях в антикафе «Обломов». Пробуем различные вкусности и полезности, потому что сегодня ресторанный день. И в эфире варенье для настроения. Шоколадные торты, шоколадные пирожные, шоколадные кейки и даже горячий шоколад. Это просто рай для шокоголиков. У вас тут здесь так уютно и интересно. Скажите, пожалуйста, почему шоколад вкуснее яичницы? Я люблю и шоколад, и яичницу. Потому что шоколад – это сладкое удовольствие, а яичница – это завтрак хвостика. Лучше яичницы и шоколада – суп. Я думаю, что яичницу только на завтрак, а шоколад я бы ела круглые сутки. Я не знаю, потому что я яичницу не ем. Потому что яичница соленая. Как известно, все дети любят варенье. Передо мной варенье из бузины, боярышника и даже мятное варенье. Мои вкусовые рецепторы пришли в восторг. А почему взрослые едят больше, чем дети? Больше, но взрослым нужна энергия, и поэтому кушают больше. Но мы же больше и едим больше, чем дети. Потому что они очень любят кексы. Я знаю таких детей, которые едят больше, чем взрослые. Потому что у них больше тарелка, да и вилка больше. Потому что они больше, чем дети. Ответ уже четвертый раз. Потому что влезает больше. Итак, друзья, не забывайте баловать себя вкусненьким. И помните, что позволяя себе сладости, вы позволяете себе быть счастливыми. Увеличить дозу счастья помогут вам новые серии кинопроекта «Варенье». Приятного просмотра! Пришли красавицы. Не женское это дело футбол. Тут ловкость нужна, меткость, сила. Да-да, только сядешь перед телеком матч посмотреть, а не сразу. А где наш? Это долго, а там Роксолана началась. Или так, а это кто? Судья? А что, будет суд? Кого-то посадят? И самый страшный вопрос. Что такое офсайд? Да? И самое смешное. Боже, конец сентября, а они в шортах и футболках. Привет, девчонки. Привет. Привет. Ну что, нравится? Угу. Запомните, девочки, чтобы понравиться футболисту, никогда в жизни у него не спрашивайте, что такое офсайд. Я не очень люблю футбол. Только сядешь к телеку, Роксолану посмотреть, начинается. Боже, вы видели, конец сентября, а они в шортах и в футболках.
Ну, девочки, футбол – это целая наука. Здесь мало попасть в ворота. Нужно еще и промахнуться мимо вратаря. Я не могу понять, ведь танцевать намного лучше. Ножка туда, ручка туда. Все восторги, овации, цветы, крики «Браво!». Ну да, а тут по ногам лупят, в спину толкают, мяч забирают. А после матча вместо цветов и оваций горящие шашки, порванные футболки. Фу! Привет, девчонки! Привет. Привет! Привет! Настя, а ты чего не танцуешь? Мышцу потянула. А я вижу, ты тоже не очень-то здоров. Пустые ворота забить не смог. Что мешало? Вот тренер говорит, что футболисты на выездах играют плохо, потому что ворота новые разглядывают. Ничего, из плохого футболиста может получиться хороший танцор или тренер. А что, тренером прикольно быть? И мне врачи сказали, что мне нельзя играть в футбол. Тебе не нужно было ходить к врачу. Я и сам мог тебе это сказать. Слушай, это ты на прошлой тренировке упал и поцеловал штангу. Ты бы ей еще предложение сделал. Футболист с большой буквы. Фу! Ой-ой, я недавно женский футбол смотрел. Весь матч просидел. Как дурак, все ждал, когда они наконец-то нормально играть начнут. Ну не женское это дело. А что женское дело? Борщи варить, носочки вязать, танцевать? Футбол – это намного сложнее, чем ваши танцы. Ну, возможно. А спорим, я в девятку середины поля забью. Вот заливает! Я не могу. Утри им носы. Ага, покажи, кто здесь ловкая и смелая. Ну что, по рукам? Кто проиграет, танцует черлидинг? По рукам. Теперь ты понял? Футбол могут играть все, а не женское дело – это сдаваться. Это шахматы? Вот мой папа шашки любит и карты. А шахматы ему вообще не интересно. И с удовольствием на рыбалку ходит. Но это, конечно, только на выходных. А так он дома, с мамой, со мной. Шашки. Чего молчишь? Думаю. О чем? Как ходить? Бедненький. Ты ходить не можешь. Ну надо же, такой молодой. Вся жизнь впереди. Я даже не сообразила. Медицина, она, конечно, не всесильная, но чудеса часто случаются. Да я по доске хожу. А травматичной? Резиновой? Шахматной! Шахматная доска – это деревянный предмет, покрытый лаком и расчерченный в клетку, белую и черную, предназначен для ориентирования в таком виде спорта, как шахматы. Ясно? Теперь да. Вот-вот, вот и не мешай. Я думаю, шахматы – это тебе не рыбалка.
Скукотища. А он шахматы сам с собой играет. Потрясающе! Я видела, как ты разогнался. Раз, потом проехался. Два, потом на две ноги. Три. Круто! Я восхищаюсь мальчиками, которые спортом занимаются. Они даже, кажется, дольше живут. Угу, чем дольше живешь, тем больше кредитов. Что? Здорово, говорю. Дольше жить, больше дней на скейте кататься можно. Скукотища. А он всю жизнь на скейте кататься собирается. Шо? И мат. Ух ты, какой здоровый, пушистый, мягкий, умный, наверное. В шахматы, конечно, не играет, но команда понимает. Жаль, конечно, что не играет. Большой какой, да, больше, чем мой велик, даже больше, чем папин мини-купер, мне кажется. На нем кататься даже можно. Ну, кататься на себе он точно не даст, жадко ему, но полежать на нем можно. Да, жаль, что кататься на нем нельзя. Ну, только еще к лапам колесики приделать. Представляю, сколько он ест. Вот такую кастрюлю каши. Ого! Ого! А сколько же ему воды нужно? Целое ведро? Ему и ведра мало бывает. Пить, наверное, хочет, бедненький. Нет, ну потрясающий пес. Большой, мягкий, пушистый. С ним же зимой не холодно, летом не жарко. О, какую тень создает! Я об этой породе в энциклопедии читал. Они на снегу спят, под ними даже снег тает. А еще их в упряжку ставят, туристов по Северному полюсу катать. Так хочется погладить. Достали пилюли. Ты умный, очки. Что очки? Очки протри. А ты водичку мне оставь. Хозяин, пошли домой, есть хочу. Скукотища.